пришел. Вы такие, как будто не у себя в квартире. Кто-то пришел. Всем привет, мои хорошие. Рада приветствовать всех вас на моем канале. Сегодня у нас в гостях красавица. И еще лучше. Айка. Красавица с хорошей фигурой и так себе. И Айка с шикарной фигурой. Она просто напрашивается на комплимент. Да, спасибо. Я набрала немного, но ничего. А я наоборот хочу как-то набрать. Мы сегодня кушаем роллы. Очень вкусно. Ты просто попробуешь, и ты скажешь, это нечто. Я уже вижу. Так, палочки у тебя, по-моему, в стороне. Нам положили 3 палочек. Это специально для Твикса. Да, по-любому. Сколько мы не пытались его выгнать из комнаты, никак не получилось, поэтому извиняюсь за посторонние вот эти здесь вот шумы. Очень красивые роллы. Какие твои любимые? Я люблю вот Кэмптон. Очень люблю. Я тоже. И вот эти. Это, кстати, с этим очень классно идет, так что не стесняйся, макай куда хочешь. Так получилось, что Жали приехала чуть позже, и картошка немножко она осталась, поэтому она не в очень таком приятном виде. А есть можно. Приступаем. Приятного аппетита всем. Приятного. Я хотела сюда закинуть. Как у тебя? Вкусно. Очень вкусно. Это роллы от Japanese Garden Sushi. У них сейчас акция до Нового года. Нужно обязательно успеть. Все, что сейчас лежит перед нами, все это стоит 47 монат. Представляешь? Мне кажется, очень выгодная цена. Это очень выгодно. Мы с сестрой всегда ищем, где бы роллы заказать. Вот надо ей сказать. Мы с ней обожаем роллы. Это только просто по промокоду Айка Эмили. Угу. Плюс вы еще получаете бесплатную доставку. Но по боку только. Естественно, если вы захотите в Гэнджу, будет платно. Но мне очень нравятся их роллы. Да, они еще такие аккуратные, аппетитные. Вообще, мне кажется, роллы — это самая вкусная еда в мире. Да, поэтому второй раз с тобой опять роллы. Я могу их вечно есть. Я сначала думала, что же такое можно ей поесть Жали. Потом подумала, самый лучший вариант — это Japanese Garden. Очень вкусно, вот эти вот вообще вкусные. Быстрая доставка. Твикс мяукает, мяукает, хочет роллы. Я ему даю один ролл. Он съедает внутри вот эту вот креветку или что это. Да. Или крабовую палочку. И все. Остальное ролл остается. Все-таки в этот раз васаби нет. Есть васаби. Да. Это Айка их не любит, а я их обожаю. Места нет на столе. Очень вкусно. Прошу. Спасибо. 3 дня назад у нас были гости. Я прям ломала голову, что же такое придумать. Вот честно, накрыть на стол, сделать несколько блюд из мяса тоже обходится недешево. Плюс еще сколько вашего времени. Я пораскинула мозгами. Позвонила гостям, которые придут, и спросила у них, любят ли они роллы. Заказала один такой сет, и все. Все готово. Роллы были, грузинские хинкали, которые мама готовит. На, будешь? Угу. Мы тоже с друзьями, когда собираемся вместе, тоже всегда заказываем роллы. Все остались сыты. Да, все сыты, да. Самое главное, мы не были усталые. А то, как обычно у нас раньше было. К дню рождения готовишься, сама просто уже как рабыня, просто садишься и думаешь, блин, вот ушли бы они, я легла бы. Настолько. Надо упрощать себе жизнь. Заказала и все. Смотри, какой большой ролл. Их можно есть вечно. Рассказывай, как у тебя дела? Как ты, Мирланчик?
Ой, Тимка, каждый день что-то чудит. Я его часто снимаю. Он же себя чувствует. Звездой. Да. Я тоже в историю смотрю и прям умиляюсь. Кстати, ссылочку на Жале я оставлю внизу. Переходите, подписывайтесь. Если вы тоже хотите худеть, заниматься спортом. В прошлый раз ты была в черном, я прям не так уж заметила, но в этот раз в джинсах у тебя очень хорошая фигура. Вообще прям большая. Самой хочется заниматься. У меня Тимка, я с девочками занимаюсь, он тоже приходит с нами, занимается. Ставит на камеру, смотрит так на девочек, что-то там улыбнется им, пойдет дальше. Уже метит территорию. Хорошая профессия у мамы. Очень вкусные на самом деле. Мне так понравились. Мне тоже. Я голодная. Господи, сколько васаби. Да. Он очень острый. Как ты сейчас это съешь? Как можно это не любить? Вот как? Сейчас пар из ушей будет. Господи, пошел. Я думала, ты шутишь. Я думала, это такая шутка. Кстати, острое ускоряет метаболизм. Да? Угу. Хотя я не люблю острое. Ну, наверное, это тоже в меру. Слишком много острого. Да, конечно, все в меру должно быть. Вот. Я очень люблю перец чили. У меня Тимка, кстати, тоже любит. У меня даже крылышки из KFC, которые не острые. Все равно у меня пар из ушей, когда я их ем. Я даже с KFC говорю, вы можете не добавлять острые? Они говорят, так они не острые. Я говорю, для меня они ужас острые. У меня муж тоже не любит острые. Странно, наоборот, мужчины любят. Ты представляешь, он у меня не любит национальную кухню. Да ладно, повезло, да, тебе не надо готовить. Да, вот, представляешь, да, я с тех пор, как замуж вышла, я ничего национального не готовила. Как круто. Да. Надо познакомить моего с твоим. Чтобы любил только фастфуд, грузинские хинкали, полуфабрикат. Для моего самая вкусная еда в мире, правда, я ему сейчас... Не разрешаю. Вот, это картошка фри. Да? Это самая вкусная еда в мире для него. Очень легко. Тимка тоже любит картошку фри. Легко, самое главное. Угу. Не то, что босс-баш готовишь 3 дня. Нет, вообще. Он предпочитает куриное мясо, нежели говядину. Такой вопрос. Жали, над тобой издевались в детстве из-за фигуры? То есть, я тебе так сформулирую. Что тебя побудило на то, чтобы ты занималась спортом? Вот было ли такое, что издевались, кто-то что-то говорил неприятное? Нет. У меня, кстати... Я всегда была тихоней в школе. Я была очень тихой девочкой. Вот не трогай меня, я буду просто сидеть. Если тронешь, я испугаюсь. Вот я была вот такой вот. То есть не конфликтная абсолютно? Нет, вообще нет. У меня были лучшие подруги, с кем я и по сей день общаюсь. С первого класса мы вместе, мои 2 лучшие подружки. Я всегда с ними была. И по сей день мы вместе, мы общаемся. То есть никогда изгоем ты не была, да? Нет, нет. А была толстой когда-нибудь? Толстой я никогда не была, но я была всегда очень худой. Вот, и всегда хотела поправиться немножечко. Но толстой я не была. Ну это что вдруг ты решила заниматься спортом? Я начала смотреть «Фитоняшек». Это я поступила уже на первый курс университета в юриспруденцию и смотрела «Фитоняшек». И я сказала, что я должна быть такой же. Потому что уже к университету я немножко поправилась, и у меня уже вот... Целлюлит, вот это вот все смотрела и смотрела на фитоняшек, смотрела на себя и на них и на себя. И Инстаграм побудил. Да, и решила, что я должна быть такой же, вот. Мне безумно нравятся такие тела. Ничего, уже решила по этому направлению идти. То есть такого, что я из-за того, что плохо выглядела, в смысле фигура,
Вот. Ну, кстати, моя внешность мне никогда не нравилась до 10 класса. Я себя считала не очень-то, совсем не очень. А уже на первом курсе университета немножко уверенность в себе появилась. Я смотрю всегда в Инстаграме на красивые фигуры, потом закрываю и думаю, блин, неохота. Но я тоже уже начала заниматься. Да? Я молодец, похвали меня. Ты молодец. Все выполняешь. Все как надо делаешь. Я очень похудела. Вкусные. Я вот наслаждаюсь просто сейчас вот этими роллами. Креветки бери. Mm-hmm. Они большие. Их кусать надо. Покусай вот соус в тему. Вот. В других страницах они по манату, по-моему, стоят. А здесь с этим очень бюджетно получается. Я уже похудела, я тебе так скажу. Я сегодня весила 57,8. Молодец. Абсолютно серьезно. И что, я не особо напрягаюсь. Я снимаю день-два мукбанга. Вчера вообще богатырская поза Жульена была. Там, наверное, 1000-2 калории. Вот люди, да, я хотела еще об этом рассказать, которые вот пьют все эти чаи. Мне, кстати, тоже всегда задают этот вопрос, как ты относишься к чаям вот этим вот всяким, от которого худеешь. Вот они вот с помощью этих, скажем так, нехороших вещей сажают свой метаболизм. Из-за этого потом им сложнее худеть. А ты вот, наверное, никогда этими вещами не маялась. Нет, чай я никогда не пробовала. Я слышала, что можно похудеть. Ненадолго. Мама была подруга, она покупала какой-то чай, который стоил, по-моему, в то время 18 тысяч. Да. Она худела, но затем потом опять набирала, через 3 месяца она опять покупала этот чай. В общем, она работала на этот чай. Да. Я говорю, этот эффект недолгий, потом возвращается еще хуже килограмма, еще больше. Вот, поэтому я всегда за ПП. Правильное питание, спорт и все дела. Да. Мне даже кажется, что даже ты можешь питаться так, как ты хочешь, просто заниматься спортом и худеть. То есть дефицит калорий именно за счет спорта. Да, но я должна, если я хочу, например, тело, да, мощное, чтобы у меня там мышцы были именно, я должна добирать белки. За счет белков строятся мышцы. Вот этот момент мне не очень нравится. С едой связаны. Вот, да. И уроню, когда буду махать. Ты можешь просто руками взять. Вино – это мой любимый напиток. Как ты можешь? Две бутылки. Ты их столько не вино. Уронил. Да. Поднять? В смысле, он закрытая бутылка или открытая? Да, закрытая. А, закрытая, все нормально. Это я по ночам. Устаиваюсь. Сегодня моя сестра на работе злая была, ей босс говорит такой: иди выпей, Лали. Лали, иди выпей, потом приходи. Он отправил ее домой. Кто-то пришел. Вы такие, как будто не у себя в квартире. Кто-то пришел там. Мы у себя дома. Кто-то пришел, что-то. Ограбят, уйдет, ничего. Все самое ценное в этой комнате. У тебя уже было такой опыт, да? Да, реально. Все самое ценное в этой комнате. Камера, телефон. Твикс. Вино еще. Это самое главное. Все остальное пусть забирают. Реально, мне кажется, адекватные люди вообще ничего ценного, там деньги, я имею в виду, дома не держат. То есть все это должно быть в банке. У нас был однажды такой случай. Нас пришли, ограбили просто. Вот. И после этого мы стали умнее. Я считаю, что это правильная позиция. В ТикТоке одна девушка выложила, не знаю, там, наверное, $1100. У нее вот так вот пачками дома, и она это сняла, выложила в ТикТок, чтобы набрать много просмотров. Набрала. Ну как можно так манить людей, да, прийти да, к да. тебе в гости? Как тебе креветочка? Безумно нежные. Тают во рту прям. А с соусом как вообще? Кисло-сладкий я вообще очень люблю. Ага. Это же картошку фри. Люблю с кисло-сладким соусом. Я тоже.
Очень вкусно. Не ругайся, у меня сегодня утром был Макдональдс, а сейчас вот это. Айка худеет. Не завидуйте. У многих так не получится худеть на Макдональдс и на роллах. Я могу объяснить, почему я поправилась. Дело не в том, что я просто снимала мукбанки. Я, например, вечером смотрю «Дом-2», и у меня там ящик со сладостями. Mm-hmm. Там конфеты «Тофикс». Я беру штук 30-35 за раз. Мы к себе домой сладости вообще не покупаем. Ой, да. Жестокие вы люди. И сладости у нас дома только фрукты, сухофрукты и арахисовая паста. Все. Больше ничего не покупаем. Потому что соблазн появляется, что я хочу сладкое. А когда у тебя ничего под рукой нет, да все. Вообще, ты все правильно делаешь. У меня бабушка, например, ей уже около 90 лет, и она вот ест только полезную пищу. Молодец. Прекрасно себя чувствует, ничего молодец, у нее не болит. Да. То есть одно дело в 90 лет лежать на кровати, ты не можешь встать, у тебя плохое состояние, ты просто живешь, выживаешь. Она может сама за себя постоять, там убрать постель свою и так далее. Наоборот, она вот любит движение, всегда просит это меня, хорошо, чтобы я ее спускала с лестницы. Да ладно. Мы вместе спускаемся. С такого высокого этажа? Да-да-да. Молодец. Она такая у нас. Нечка. Я хочу быть такой же бабушкой. Всегда активной в старости, чтобы прям вот бегать туда-сюда. Никогда не хочу просто сидеть, вязать носки. Это наоборот, это моя мечта. Планшет. Гамак. Желательно еще вентилятор. Ютубчик. Да, или прямой эфир. Свои старые видео посмотрю. Какая я была там. Есть люди, которые любят активность, отдых. А есть такие, как я. Ты любишь активно? Да. Элементарно даже с парнем гуляем, я нахожу лавочку, говорю, давай посидим немного. Вот я наоборот. Мы когда даже в ресторане сидим с мужем, мы не можем долго сидеть. Поели, давай пошли гулять. Для меня вот просто ходить пешком, это для меня лучшее развлечение. Нет, я люблю пешком ходить, но чтобы рядом были скамеечки, чтобы каждые 100 метров можно было сесть немного. Отдохнуть, да? Да, я вообще очень плохо приучила свой организм. Мне кажется, прям лентяйка ужасная. Кстати, я в школе ненавидела физкультуру. Да ладно? Угу. Почему? Не знаю, я была тихоней, пугливой. Ненавидела физкультуру. А вот уже в университете я стала лучше всех бегать, прыгать. Ой, и у нас полюбила спорт. У нас вообще вокруг школы надо было 3 круга бегать. Я всегда приходила последняя. Я тоже. Да. Я еще в магаз заходила, пока в круг делала. Поела. Да. И все всегда учителя спрашивали, почему так долго? Уже 2 урока прошло, что он 3 раза пройти не может. А у меня такая отдышка. Симулянт, я еще тот был. Зато сейчас я спокойно бегаю до 19 этажа раз 7 и обратно. Я это обожаю делать. По лестнице? Угу. Ужас какой. Да. Ужас какой. Следующий вопрос, Жаля, к тебе. Как похудеть в ногах и возможно ли это? Вот. Часто задаваемые вопросы, как похудеть в руках, в ногах. Это неправильно. То есть этого не бывает. Ты худеешь. То есть отовсюду у тебя уходит жир. Не бывает, что я только хочу похудеть в ногах, либо похудеть только, чтобы у меня ушел живот, но ноги там и попа остались. Этого не бывает. То есть все худеет все вместе? Все худеет, да. И грудь тоже, да нет варианта, грудь оставить. Грудь по-любому худеет. Вы, наверное, заметили, что у всех фитоняшек силиконовая грудь. Сделана. Да, потому что она сгорает очень быстро. А грудь нельзя подкачать, да? Нет. Если вам кто-то говорит, что грудь можно подкачать, не верьте этому человеку, этому тренеру. Грудь никогда невозможно подкачать. Вот. Наверное, специально они говорят, что приходили на тренировки, да, и делали это все.
А потом такие, у тебя по-любому увеличилось. Я вижу, я вижу. В общем, ребят, на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Я вам оставлю ссылочку на хорошего тренера, просто на потрясающего человека. Переходите, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.